Right to Life presents. На улицах по-прежнему живет слишком много бездомных собак, которым ежедневно приходится сталкиваться с опасностями и трудностями, которые преподносит жизнь. Некоторым пушистикам посчастливилось найти добросердечных людей, которые протянули им руку помощи и приютили этих животных. Когда такое случается, это по-настоящему здорово. Когда прохожий обнаружил истощенное тельце этой бедной маленькой собачки, которая, скорее всего, всю жизнь боролась за выживание, он был тронут до глубины души. Состояние собаки было печальным, и нужно было срочно что-то делать, чтобы помочь ему. Но мужчина не растерялся и решил стать именно тем самым ангелом-спасителем для этой собаки. Собака лежала на земле, совершенно бессильная. Она не шевелилась и порой даже, казалось, не дышала. Глаза ее были закрыты. По телу можно было легко понять, что она не ела много дней, а раны на теле говорили об очень непростой судьбе этой собаки. Энергия маленькой собачки была на исходе. Он больше не мог встать и продолжать бороться за выживание на улице, как всегда делал это раньше. Когда человек, нашедший его, увидел, в каких условиях находилось животное, и сам оказался в затруднительном положении. Он не знал, что сделать в первую очередь, чтобы помочь ему. Недолго думая, он решил не терять времени и действовать как можно быстрее. Было решено лечить собаку. С этими мыслями он и отвез ее к ветеринару. Ему так нужна была помощь. После проведения первых анализов крови и рентгена для проверки его здоровья выяснилось, что собака страдает тяжелой анемией и сепсисом, тяжелой инфекцией, поражающей весь организм. Это усложняло всю ситуацию, но сдаваться никто не собирался. Ветеринар немедленно начал вводить инсулин страдающей собаке и приступил к очистке ее желудка перед выздоровлением. Дорога была действительно длинной, но вокруг него находились люди, готовые оказать ему всю свою помощь. Пес, который получил кличку Бакстер, просто пролежал в ветеринарной клинике, не вставая 5 дней. Все это время ему по капельнице вливали раствор с нужными медикаментами. Никто не мог точно сказать, кто окажется сильнее, Бакстер или недуг, но все точно знали, что они должны от себя сделать все, чтобы этот пес снова смог жить нормальной жизнью. Единственное, на что они могли делать пока, это надеяться, что лекарство быстро поставит его на ноги. Мужчина, который спас Бакстера, рассказал, что он был в шоке, когда впервые его увидел. Бывшие хозяева постарались, чтоб его было как можно труднее найти. Пес все это время, он не мог даже поднять головы с подушки. Даже вкусный аромат еды были не способны его разбудить. Но настоящая победа случилась уже тогда, когда он впервые приподнял уставшую голову и стал по сторонам, словно он не понимал, где находится. Собаке выписали огромный список лекарств. К сожалению, мужчина остался перед выбором – оплатить все самому или поделиться этой невероятной историей с пользователями социальной сети. Так и сделали, мужчина написал заявление. Оказалось, что Бакстера взяла к себе жить семья напротив. Он все еще был слаб, любые движения причиняли дискомфорт, поэтому было решено начать сбор средств, чтобы обеспечить ему достойную старость. Человек, который его спас, направил всю силу доброты своей души, чтобы помочь ему выжить. Лишь со временем он начал чувствовать себя немного лучше и смог увидеть маленький лучик света в конце туннеля. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.